В феврале в Maxima Stable стартует серия турниров «Открытый кубок Московской области» по конкуру. Соревнования, ставшие уже традиционными, пройдут с 3 по 5 февраля и готовят спортсменам интересные маршруты и хороший призовой фонд. Дорогие друзья, в феврале месяце мы начинаем серию этапов Кубка Московской области по конкуру. В каждом из этапов призовой фонд составляет 200 тысяч рублей. Ну а в финале мы разыграем призовой фонд в размере 500 тысяч рублей. Для того, чтобы поучаствовать в финале и побороться за этот достаточно внушительный призовой фонд, вам нужно участвовать хотя бы в одном этапе Кубка Московской области по конкуру. Конечно, февраль не пройдет без больших соревнований по выезду. Кубку Максима Парка, который пройдет с 10 по 12 февраля, организаторы готовят разнообразную программу езд для всех уровней всадников и необыкновенный подарок. В феврале месяце у нас также будут соревнования по выездке. Спортсмены смогут выступить перед национальными голландскими судьями и получить от них комментарии и оценки. Также особенностью соревнований по выездке станет то, что в финале мы разыграем спортивную лошадь. Для того, чтобы побороться за этот суперприз, спортсменам необходимо объединиться в команду, в котором один из спортсменов должен быть юноша, а второй спортсмен уровня малых езд. Отличная новость! Теперь в стоимость денника входят и опилки. А если вы приезжаете всего на день, то стоимость вашего денника будет составлять всего 700 рублей. Присылайте ваши заявки на www.maximaequisport.ru. Ждем вас! Присоединяйтесь к прямым трансляциям соревнований через сайт www.maximaequisport.ru. А запись своего выступления ищите в течение 2 недель после старта на сайте в разделе «Видео». До встречи в Maxima Stables!